Не нравится. Будем. Может, надо. Они, просто... смотри, как руками махают. Давай сейчас сохраняемся, здесь. Давай видео. Давай деремся, да? Вперед. Ну они как будто слабые. Как будто как наша армия у них похожа. Посмотри, у нас такие, и у них такие же. Ну, я говорю, похоже на нашу армию что-то. У них и лучники есть, и стрелки, и все. Копейщики. А копейщиков они не брали или брали? Это кто? Это тоже копейщики, это тоже мечники. Это целительницы. Это стрелки у них есть, у них арбалетчики, но надо их будет... Арбалетчиков в первую очередь. О, видишь, стреляют? Как арбалетчики сразу полжизни. Так, давай. Живой огонь. Раз, два. С самым этим силом будем. Живой огонь, готово. Так, по кому это будет стрелять? Арбалетчикам даже ничего не может притянуть воли. Так, а этим может? Мне не достает. По копейщикам может, по мечникам может. Давай по этим. Все живы, здоровы, надо же. Надо же ждут. Мать, что-то урон не наносит, ничего себе. А мы до них не достреливаем даже. Ну давай же продолжим это копейщиков долбашить. Раз начали. Три копеечки сразу погибло. Эти куда бегут? Не знаю, что они нарываются, что ли. Сейчас я быстро с ними разберусь. Да какие слабые. А, ты чуть-чуть сбоку, смотри, эти напали. Ничего себе. И все на одних и тех же нападают, бессовестно. А вы что нападаете тут? Ну, у них погибли. Так, ну, значит, вы, значит, сюда пришли, да? Ну, и получаете. А это что такое? Здорово. Смотри, как они могут смотреть. Тоже. Окей, они смотрят. Видела? Угу. У них тоже магия, что ли, есть? Ну, у них мало магии, но есть. Еще один готов. У них двое осталось. Мы смогли одного долбануть. Они все на одного. Ну тогда долбасим по ним. Тогда по ним, только этим долбанем. Надо. Готово. Смотри, а может мы этими побьем эти? Нет, вот эти. Да. Он у нас. Зачем? Что такое? Их осталось двое наших. Наши три, да.
Ладно, что, он не тем походил, что ли? Наши делают повторный ход. Нет, я почему-то этим не попадил. Странно. Странно. Очень странно. Давай сначала этих долбанем. Этих? Да. Будет долбать. Лучше долбать тех, которые... Дубницкой. Сука. Дубницкой. Да какие самые. Камни накидаем. Мимо попал? Нет, под ноги остался. Ну давай, если они по нам, тогда мы по им. Зачем? Дылка. Ну я тут говорю, поболели. Ну да, а сейчас уже заканчиваем. Тебе работать не надо? Я работаю. Записываю видео. Зачем? Зачем? Чтобы фильм оставить с видео вместе. Зачем? Зачем спрашиваешь, что такое? Победа! 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 Да. Все, нет, мы победили, вырубаемся. Ура! Победа за вами! Спасибо за внимание! Всем пока-пока! А золото есть? Золота тут нет.